Короче, есть банкоматы. Они выкидывают. Но вот это все никому не нужно. Я снимаю и коллекционирую, как бы, если мне что-то надо. Такие металлические ящики, там, полуящики, такие хитрожопые. Не знаю, полки, там, подставки, что угодно. Направляющие тяжеленные вообще, толстенные. Там эти, по-моему, 60 сантиметров. Есть и подлиннее. То есть они вылетают на 100%. Металл тут толстый, хороший. Есть то, что магнитится, есть то, что не магнитится. Провода силовые охуенные просто. Кабель-каналы есть. Очень разные, очень всякие. Что я несу, господи. Короче, разные конфигурации, разных размеров. Это где-то средний. Малюсенькие всякие уголочки. И всякие вещи, которые я даже не могу описать словами. То есть всякие толстые, металлические, из разного металла. Там есть мягкие, есть твердые. Всякие конструкции прикольные такие. Что еще? Направляющие, вот самые длинные, которые есть. А потом, что еще есть? Еще есть... Кассеты, короче. Вот так вот выглядят. Да. Это все снимается, все лишнее. Дно вот это я обычно вырезаю болгаркой. Это все убирается. И остается такой ящик. С крышкой. Еще и защелка. То есть можно там, не знаю, от пыли хорошо защищенный такой.